Его путь останется примером для многих, а светлая память о нем всегда будет в сердцах тех, кто его знал. Федор Аскерко писал стихи и мемуары, а его жизнь достойна полноценной книги. Родился в 1925-м. В 15 лет добровольно вступил в ряды партизана. После призыва красноармеец сражался за родину в составе 2-го Белорусского фронта. В рядах советской армии он служил до 1948 года. В 1953-м стал преподавателем в Бобруйском автотранспортном техникуме. В общей сложности он проработал в учреждении 54 года, из них 36 занимал должность директора. Наши учащиеся всегда рады были встрече. Это очень грамотный, воспитанный, интеллигентный человек. Он правильно унес информацию о тех событиях, тех днях войны, которые ему довелось молодому юноше пройти. Он гордился своей семьей, своими детьми, внуками, их достижениями. Он не хвастался, но просто радовался за них. Вообще не близко мы это видели. Федор Федорович был награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за победу над Германией и за взятие Кёнигсберга. В июле ветерану вручили последнюю медаль к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Провожать в последний путь Федора Аскерко будут завтра с 9 утра до полудня. Церемония прощания пройдет в актовом зале автотранспортного колледжа. Любой желающий может присоединиться.